Вот карьер Сибай такой. Охереешь. В башню сводят. Бесконечный. Вот там где-то внизу, далеко-далеко, шахта. Ой, блин, слушай, так ощущение, что сейчас... Большой не сюда лучше взять. Там была раньше дорога, так как они били, чтобы не спадало. На этом горизонте находится гараж. Вон, если увидите, вертолеты сейчас. Охереть. Добычу сейчас перевели полностью на стволы, и раньше БелАЗ отсюда таскали. То есть мы с шахты вот через ту штольню выезжали. И вот под ними там рудные отвалы у нас есть, были. Сейчас нету. Мы сюда вывозили руду муазами. И это. А из шахты они там что, на вагонетках каких-то? Ну, не везде. Вот и я сам на ковше работаю. То есть непосредственно в забое. То есть пришли, обурили этот забой. Ага. Давайте я скину видео. У меня что-то... А я еще в Бурибае был, а в Бурибае там же тоже медь добывают. А здесь просто как одна залежь идет во всех. Во всем такой... районах. По сути это... Но... Сейчас она маленькая. А там же он завалило, как он проезжает? Если бы знать, бы взяли сейчас бы. На дороге. Что, взяли? Месяца полтора там назад она ушла. Смотровую трубу вот такую. КамАЗ стоит. На штатив здесь там поставил. Вон, Сань, зажи. Все, и все абсолютно как у Ирика вообще приближает, так здорово. Чувак какой-то там ходит.